На дорогах города было неспокойно. В понедельник, 22 ноября, на пересечении улицы Советской и проспекта Музрукова водитель автомашины «Датсун Онда» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с БМВ, движущийся на зеленый. После столкновения автомашины «Датсун Онда» совершил наезд еще, кроме этого, на бордюрный камень. В результате ДТП пассажир автомашины «Онда», мужчина 83-го года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологию в ГОСКБ-50. Госпитализирован был и обратился в КБ-50 только на следующий день. На проспекте Музрукова у дома номер один водитель автомобиля Volvo S80 превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с авто ВАЗ-2115. В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2115, мужчина 2001 года рождения, получил телесные повреждения. От госпитализации отказался, а водитель этой же автомашины получила телесные повреждения и была госпитализирована тоже в травму КБ-50. В третьем ДТП пострадал пешеход, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу на улице Силкина. На него наехал водитель «Датсун Онда». В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Кроме этого, мы всю неделю осуществляли надзор за дорожным движением. Нами было выявлено 113 нарушений правил дорожного движения. Три водителя было задержано в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, так называемый повторник, в отношении него уже было вчера было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по части 2. Также за минувшую неделю сотрудники правопорядка зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.